О готовности предприятий Чувашии трудоустроить молодых специалистов, а также о проблемах профессионального образования говорили участники круглого стола в Чувашском госуниверситете. С каждым годом молодых специалистов, которые испытывают проблемы в трудоустройстве, становится все меньше. Это говорит о качестве подготовки кадров, отметил министр труда Чувашии Сергей Дмитриев. Хотя проблемы все же имеются. Отсутствие опыта работы по специальности, незнание рынка труда и несоответствие требованиям работодателей. По последнему пункту ситуация улучшается. Многие профильные предприятия республики успешно сотрудничают с учебными заведениями, такие как «Промтрактор», «Бреслер» и другие. В их стенах студенты получают необходимые навыки. Навыки уже с первых курсов. Я абсолютно уверен в том, что молодые люди, выпускники данного университета, других учебных заведений, ориентируясь правильно на рынок труда, от спроса предложения, выберут правильную профессию, и они обязательно самореализуются. Вот это главные ключевые факторы. Регулированием вопроса трудоустройства выпускников должны заниматься все заинтересованные структуры, резюмировал Михаил Игнатьев.